Группа Disciple находится на концерте группы «Время и стекло». Вообще, ребята, мы уже приехали куда-то на студию. Мы с Данилкой поспали. С Данилом Дроником мы поспали. Как видите, я убитый. И сейчас будут продолжаться съемки. Поднимаемся уже на вторую локацию. Здесь очень красиво. Просто посмотрите на этот огромнейший зал. Тем временем я немного подзабыл про то, что мне нужно снимать влог. Но сейчас, через уже 12 часов, я могу для вас продолжить это делать. И, как понимаете, у нас уже все серьезнее. Мы перешли на новую локацию. У нас даже есть спящий пес. И вот сейчас мы сейчас настраиваем свет и прочее оборудование. Творческая студия, ребята. Помарьте все костюмы. Кирилл, где Кирилл? Боевая готова. Да, боевая готова. Надеть рукава! Ты достаточно пышная для съемок? Не снимать! Олег Гадун, ты гоблин? Ты гоблин? А теперь на серьезном, подбородок выше и отпустили. Олег поет. Кирюша, что у нас сейчас будет? Почему у нас белые губы? Кстати. Хорошо, рассматривай на улыбочке. Не горбаться, не горбаться. Одна калина за столом, одна стежина за родиною. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама. Ще не вмерла калини. Заведиме. Тупо чоловік в тумбу. Вверху давайте зелененьким пахнем. И открыл глаза. Голова ничего не делает. Еще. Вот не танцы, дорогие друзья. Давай. Все, можем снимать. Ребята, веселье начинается. Угу. Да, хорошо. Черепашка ниндзя. Та реально такая типа зеленая, тупо зеленая. Халк. Халк. Что, карточка? Хорошо. Аккуратненько идем. Давайте палки. Уже можно? Дорогие друзья, спасибо всем за этот невероятный день. Съемка кончилась! Ты уже будешь снимать, как мы типа идем, или как мы уже подходим, типа к стереопайке, окей? Да-да. Уже снимаешь? Да. Эй, ребятули-приветули, мы с Беном решили пойти на сольный концерт группы «Время и стекло» в стереоплазу. Группы «Время и стекло». Забавно, да? Группа.
концерте у группы. Круто, да? А это время...